Церковные службы посетили сегодня и тысячи австралийцев. Многолюдно было в Сиднейском католическом соборе Святой Марии. Рождество в Австралии по многовековой традиции начинают праздновать задолго до официальной даты. С ноября в Канберре проходят различные торжества. Иностранцы в эти дни отправляются на пляжи, где легче пережить жару. Самый популярный пляжный головной убор сегодня – красная шапка Санта-Клауса.